Добрый день, дорогие друзья! Я продолжаю свои беседы на метеорите. И следующая наша беседа будет о том, что происходит с миром. Какое мое видение на будущее человечества и на будущее всей планеты. Здорово, да? Вот такую тему я взял. В какой-то степени, может быть, пророческая, а на самом деле она все-таки, на мой взгляд, тема из моего опыта, знаний и внутренних рассуждений. Такие выводы имеет. О них я вам сейчас и расскажу. Вот смотрите, что мы сейчас видим в человечестве, что происходит. Мы видим, как в одних странах происходит некий бунт, такой вот, можно так сказать, определенной степени самоуничтожения стран, где новое, молодое поколение бунтует против старого, сносит памятники, значит, стирает какие-то эти. И причем уже не просто под видом, что мы черные и белые, и мы хотим стереть эту разницу. На самом деле видно, что идет меж поколениями. Вот такая борьба, и более молодое поколение отрицает ценности предыдущих поколений. Это не во всех странах происходит. Там, где научились ценности прошлых поколений дать как преимущество молодому поколению, там идет по другому пути. Там, наоборот, собираются нации силы, но я имею в виду, конечно, Китай. Китай, Япония, ну вот азиатские страны, Вьетнам тоже очень хорошо продвинулся. Ну и Малайзия, мы не знаем, что там достаточно интересные продвижения, но, правда, есть и другие тенденции. Но что на самом деле происходит? Вы знаете, я очень глубоко проникся статьями Сергея Капицы, последними статьями, где он, на мой взгляд, написал выдающиеся несколько статей о том, что происходит с человечеством и с поколениями, и как к этому относиться. Вот последняя статья у него была, по-моему, в 1995 году, на эту тему, как умножается народонаселение планеты и как перенаселение планеты имеет определенную действительно проблему и как эта проблема в истории человечества решается. Так вот, он увидел в каждом историческом переходе, где реально происходил какой-то слом, где катастрофу человечество терпело. Менялись страны, менялись народы, значит, местами и все остальное. Он увидел одну и ту же тенденцию, что это происходит, когда в определенный период прожило 10 миллиардов человек. И вот он увидел, что, конечно, разное время на планете накопления такой человеческой массы. Если в первое время происхождение человека это длилось миллион лет, ну вот так, а все меньше и меньше, значит, то, скажем, в средние века за 5 или 6 поколений на планете 10 миллиардов проживало, и опять происходил слом. Так вот, он указывал, что последние 10 миллиардов, это вот в 95 году, прожили за последние 50 лет. Но так как были очень серьезные войны, то часть погибла, можно так сказать, не прожив, не дожив до своего возраста, и эта часть огромная, там за войны 20 века
в общем количестве погибло 250 миллионов. Плюс недорождаемость огромная на планете. То есть мы потеряли в какой-то, как он говорит, плане где-то около 3 миллиардов. То есть те 50 лет должны были 10 миллиардов дать, а их только 7 миллиардов на Земле. То есть около 3 миллиардов не хватило. Но, тем не менее, через какое-то время тенденция по рождаемости увеличилась, и 10 миллиардов все-таки произошло. А следующее поколение будет за одно поколение эти 10 миллиардов проживать. И это следующее поколение уже родилось. И вот он описывает, что мы действительно оказались на сломе, вот этом историческом, где вот переваливает за 10 миллиардов прожитых человечества жизней. И этот слом, он будет характеризоваться отказом одного поколения, или даже, можно так сказать, цивилизации человеческой от другой. Вот каждый раз, вот когда вот происходили такие переломы, когда переходили на новый исторический этап человечества, то вот именно это и происходило. То есть отказ одного поколения от ценностей другого поколения. Кстати, во время Христа именно такой же перелом и был. Почему христианство вот так достаточно серьезно охватило, в общем-то, в основном молодое поколение. Если мы даже с вами на этих рыбаков посмотрим, то там молодежь, и первые христиане тоже вот такая молодежь. Сейчас мы видим, что вот такое устаревание нашего предыдущего поколения, мы с вами предыдущее поколение. А новое поколение, которое начинает новый цикл 10-миллиардного вот такого, оно вот родилось 20-30 лет назад. То есть оно начало наполнять эту планету своим. И усугубляется все более, значит, новым и новым. И те, кто родился уже 15 лет назад, они уже входят в состав новой эры, вот нового человечества, уже со своими ценностями. И что тот же Капица пишет, у них будет характерно. Какая характерность этой молодежи? Характерность, как и в предыдущие этапы исторические, отказа от всего, что было полезного в том историческом периоде. Ну уж не так уж вот прям прагматично, но некоторые, значит, понятия, они будут полностью выкинуты. И мы, говорит, видим сейчас, что вот это ускорение и такое, можно сказать, сжатие исторических этапов для нового поколения, оно выражается в том, что они не только не хотят принимать вот то старое, они этого старого и не видят как настоящие опоры. Они не хотят воспринимать временных каких-то таких лидеров, которые подолгу что-то там развивали и что-то долго делали. Вот, потому что у них будет все за одно поколение. Им придется вот этот цивилизационный цикл, планетарный цивилизационный цикл прожить за одно поколение. То, что первые люди прожили за миллион лет, во время Христа 600 лет, да, вот этап этот, 600 лет после Христа вот этих 10 миллиардов происходил. А им за одно поколение, придется выработать свои новые ценности, выработать свои основания, на этих основаниях построить себе и своим детям жизнь и дать детям новый толчок, у которых уже цивилизации будет в полпоколения. То есть, хотя, значит, Капица пишет, что нет, не будет 10 миллиардов и сильного ускорения, потому что по истории получалось так, что каждый этап переломный приносил снижение рождаемости населения на всей планете. На несколько сотен лет или на несколько там десятков лет она как бы снижается. Поэтому вот прямо ближайшее поколение может быть еще
не успеет застать два следующих цивилизационных цикла, может быть, только один. Но им надо это все успеть. И поэтому Капица говорит, сейчас у этого поколения Ленин, Бонапарт, Иван Грозный и Юлий Цезарь жили в одно время. В одно время. И вот эти вот для нас какие-то имеющие в свое время значение разделения времен, оно для них уже не имеет значения. Для них уже не имеет значения 50-е, 60-е годы, и они уже не понимают, что это такое «дай трубкой в ухо». У них другая цивилизация. И вот Капица говорит, что этот переломный момент, он всегда либо трагически идет, либо идет цивилизационно рывком, где оторвавшееся новое поколение достигает неких таких высот, при этом не уничтожая, можно так сказать, предыдущего поколения. Вот предыдущее поколение, как раз начало 20-х годов, 20-го века, оно, честно говоря, вот так получается в цивилизации в какой-то степени пыталось уничтожить предыдущие поколения. И это было связано с некими такими вот образовательными, можно так сказать, экстремистскими или даже террористическими теориями, где все старое надо рушить до основания, а затем новый мир строить, а весь старый уничтожить. И вот эти потери в 250 миллионов просто человеческими жизнями и в 3 миллиарда недорожденных, это вот попытка предыдущего поколения вот таким путем жестоким перейти в свою новую цивилизацию и захватить ресурсы Земли для жизни своей новой цивилизации. Это делает, кстати, каждая. И поэтому мы сейчас с вами на пороге того, что вот это молодое поколение перейдет в управление цивилизацией. И для нас самое главное, как оно поступит с нами. Что сделает оно с предыдущим поколением, которое непонятно, что ему дало. То ли мир, то ли войну. Как оно разорило планету. Ведь это вот наше поколение разорило планету. За последние 30 лет такой рывок по уничтожению всех ресурсов Земли, как внутренних, так и наружных. То есть леса вырубаются, воды загрязняются, недра выкачиваются на создание мусора. Мусор у нас все в конечном итоге превращается в мусор. Мы качаем нефть и превращаем в мусор. Вот мы добываем руду и превращаем в металлолом. Вот захочет ли это новое поколение так жить? Я боюсь, что нет. Но как оно поступит? Вот это вопрос. Вот это вопрос. И этот вопрос зависит в большой степени от нас. Потому что, на мой взгляд, если мы попытаемся это поколение остановить и навязать ему ценности свои, сказать, да как вы не можете без наших памятников прожить, как вот у нас там Ленин был, а у кого-то там царь был какой-то особый такой, вот как вы, мы вас не любим, потому что вы их не любите, это большая ошибка. Они не любят его и их, и не знают, и знать не хотят. Чисто из цивилизационной практики человечества, так можно сказать. Они им уже ничего не дают. Никакая вот это доказательство, что ты ему помолись, и он тебе что-то даст, для них полное ничто. Что он им может дать, если они на другом уровне понимают, что взять можно по-другому. Можно в сети вскрыть банк и взять. Вот это что-то тебе даст. Вот, поэтому здесь у нашего-то поколения еще, или чуть-чуть вот нас, у наших детей, может быть, это их дети родились теперь как новые цивилизации. А задача этой новой цивилизации – дать для проживания ресурсы.
И у них видно, что потребность – это уже цивилизации новые, она информационная, она информативная. И у них ресурсом уже становится не просто недра, там не просто чистый воздух, не просто чистая вода, но еще и определенные технологии общего деятельности, то есть и общего творчества, как и индивидуального творчества. Поэтому если сосредоточимся и поймем, что нам не свое нужно удержать, не свои памятники сохранить, не свои участки леса, которые еще не дорублены, значит, дорубить, а передать им то, что есть, даже, может быть, в не лучшем состоянии, но без меньшего ущерба, чем мы еще можем, мы же можем еще лет 20 порубить, не пустить их к власти, не пустить их к лесу и нафиг вырубить всю эту тайгу и всю эту там сельву. Можем. Но можем и задуматься. И то же самое с технологиями. Мы же можем не развивать компьютерные технологии. Зачем они нам? Нам ведь нужна хорошая стенка в квартиру, там телевизор. А все, что они там выдумывают эти какие-то там, это же все так. Но мы можем дать им высокие технологии. И те страны, которые понимают, что нужно дать, они это развивают. Поэтому я вот, как говорится, двумя руками за то, что сейчас объявили в стране некие преференции, то есть вот какие-то некие блага для информационных, технологичных предприятий там и всяких инициатив, снизив некие такие налоги. Я бы считал, что вообще нужно все налоги на это убрать, потому что это сейчас как главный ресурс новой цивилизации вырастает. Вырастает главный ресурс. Они с этим ресурсом смогут и реками правильно управлять, и лес правильно растить, и поля обрабатывать так, как им нужно. А без него будут выигрывать те цивилизационные конгломерации, а уже нельзя сказать, что они национальные или общие страны. То есть вот Южную Америку, как нам ее все время ничего не показывает, но она ведь уже становится некой такой конгломерацией, которая общие какие-то имеет действия. Туда вроде лезут те же американцы, там одно, другое, но ведь вот там одна Аргентина сейчас способна накормить все человечество. Мы ничего не знаем про то, как это делается, но она сейчас имеет эту возможность, дав возможность всему остальному человечеству сойти с плуга, вот, и перейти на цивилизационные какие-то эти. Поэтому в заключение, ничего страшного не происходит. Никакой гибели, это гибельность, это вся обычная вот такая депрессия уходящего поколения, что все уходит, все погибнет, все гибнет. Как там в фильме, в каком там? Сеня, все погибло. А, в этой, в бриллиантовой руке, да, все погибло, все погибло. Ничего не погибнет. Вот. И еще раз повторяю, самая главная опасность, как нам, к нам отнесется это поколение новое. И я уверен, что если неправильно мы себя поведем, оно легко нас заключит в информационные тюрьмы. Вот будем на своих огородах сидеть, будем свои, значит, копалки ворошить. А все остальное, там, выход в человеческий этот у нас будет ограничен телевидением, где 5 каналов показывают одно и то же, и специальным интернетом для стариков, и для которым будут крутить наши все старые песни. Вот «Как прекрасен этот мир» и все остальное. Вот такая у нас перспектива. Если мы не поймем, что мы сейчас молодежи должны помогать, вот должны дать им это
этот ресурс, это сырье, отдать им планету. Планету отдать в конечном итоге им. Что у нас там сейчас все, старики везде правят. В Америке 70 с лишним лет он в президенты идет. Боже ты мой. Ясно, что они развалятся там прямо на наших глазах. Вот. Ага. Да, я понимаю, что вы и о России сразу вспомнили. Вот. Так что хотя бы ближним своим ребятишкам помогите им. Не выигрывайте, а поскольку некоторые уйдут во всей этой цивилизации в игры и будут потребителями. А некоторые будут продавать им эти игры, эту искусственную виртуальную реальность. И будут победителями. О, учите их технологиям, тем, которые дают им форму победителей, а не потребителей. Здоровья вам всем, радости. Аминь.